черный. Так, ребята, пойдемте смотреть часть пятую голубей. Вот, начнем отсюда вас сразу. Небольшой перекур и побежали. Сапушка. Сапушка. Вот. Головатые. Головатые. Очень много людей. Монахи, монахи. А почем такие? По 1000 рублей голова. Наверное, жень. Не знаю. Пара или нет? Почем такая пара? Пара. Ну тут голубь только продается. 500 рублей. Так, пойдемте дальше. Так, вот они, молодежь, артамоны. Артамоны. И черные. И почем ваши артамоны? Почем? По 300 рублей. Вот этих масть более насыщенная, черная. Красивые. Вот в России таких мало. А телефончик не хотите оставить? Может, кто-то позвонит и интересуется. По России нет вообще таких. Может, кто-то приедет, а скорее всего попросят отправить. Если честно. Отправить как отправить? Ну, на автобусе их, может быть. Дома-то их много. Ну, что-то заедет. Да, как продиктуйте на видео? 8-918-048-13-00. Кого спросить? Василий. Василий. Вот, ребята, посмотрите еще раз. Вот. Красивая птица. Краснодарская птица, артамоны. Бойные. Черные, красные. И черные повзрослые здесь. Это звонит мне. Так, чили. О, это спресс. Чили, чили. И почем такие чили желтые? По 200. 200 рублей. Дешевле. Птица хорошая, летная. А куда уже дешевле? Да, дешевле не бывает. А головатые? Тоже так же. Много наплодилось в этом году. Это сам, конечно. Понятно. А телефончик не хотите оставить? Может, кто-то позвонит? Телефон. Вы продиктуйте на видео, кто, может, кто-то приедет к вам, купит дома. Это советская шиншилла с этим великаном гибридом. Хорошо. Вот они, шейки. Шейки. Пожилой человек. Не хочет связываться. Так, там голубей нет. Мрамор. Мрамор. Большой двигатель. И почем такие? Почем? По 300 рублей. Чубатые. Оранжевые. Вся такая возбужденная. И выскакивает, и тоже как скоро скачки. Лохматые. Было все нормально, еще только не в год. Нормально. Опять против солнца приходится снимать. Потом узбеки. Узбеки. Какие? Как это технология? Вторую тоже нашли. Нашли на следующий день. Так. Даже не знаю, что. Заходят, а у них был этот чистокровный. А он уже выбрал. Мрамор такой вот ореховый. Ореховый мрамор.
А почем такие мраморные? 500 рублей. 500 рублей. Вот. Чего-то хвосты. Недорого. Такие чубатые биты. Молодежь, шейки, черношейки. Так, мне же тут неудобно снимать, показать их. Ваши? Нет. Ну, среднего. Не знаю, как спросить. Так, сейчас вот здесь посмотрим. Тут скажут, все, бакинцев снимаешь. Вот они еще. Вот узбеки. Узбеки. Привет. Всякие разные, капкан какой. Канарейки, ребята, кто спрашивал, канарейки. Канарейки. А канарейки почем? Где-то напротив паренек сидит. Из Пятигорска, да? Я с Владикавказа. В прошлый раз я был это весной в этом Пятигорске. Видео сделал меня, мои голуби. А, понятно. Как давай мне звонить. А где, говорит, которых ты говорил по тысяче? Я говорю, если по тысяче, там сидят, говорят. Ты молчи, а ты скажешь за рекламу приплачивать. Нет. Там самого лучшего нашли в клетке. Вот это за сколько? Я говорю, 5. Нет, ну, понятно. С тобой все ясно. Я говорю, понял. Юра, тут твои, да? Нет, соседа. Вот пониже опусти. Вот хорошие. Капканы, капканы. А чьи соседа? Чьи? Прям так, покажи чуть повыше их головы, чубы. Да, вроде бы. Я стараюсь. Как бы и приблизить. Рынок такой. Пусть люди посмотрят. Очень даже неплохие. Что значит неплохие? Очень. Я не разбираюсь. Слово неплохое для меня это равносильно, что плохое. Отличные. Нет, отличные тоже нет. Просто хорошие. Не, ну, видно, птица ухоженная. А неплохое, это, знаешь, чем ничего, лучше ничего не сказать, чем сказать неплохое. Не, капканы вот вообще не нравятся. Ну, они вообще, как бы нечистые. Мазь. Чубы, лапы, лед, игра. Ну, значит, давай, Юрий, номер телефона продиктуем. 905-407-3128. И МТС 918-231-61-65. Город Краснодар. Так вот, ребята, можете звонить, поинтересоваться, голуби есть. Этого, я думал, мой уже телефон названивает. Вот. Показал я вам их детских. Здесь голуби от тысячи и выше, и выше, и выше. Чтоб пропуска не было. Так что звоните. Общайтесь. Вот Мишка татарин. Такие. Ты меня фуражку чумные. Одел, думаешь, спрятал? Чумные. Это тоже северокавказские. Ну, не молочные, небесные, прям поясатые. И почем такие? 800. 700-800. Красиво, грамотно. Сиреневые. Чили. А, это вы говорили? Чили. Я тогда сейчас, ну я чуть-чуть этот. Сходи, да. Снимаю, да, я уже
запомни. Нет, это я просто на видео слышал, что нет, вот это. Можно погонять там. Хорошо, я понял. Капец бьет, знаешь, как? Ну, куда без этого? Если не гонять, они могут и Валерий чахнуть потихонечку. Есть, с боем тут, конечно. И почем, сказать? По 300 рублей. По 300 рублей. И чили. Так. Есть уже по Ленине, он есть, из-за Ленина есть такие. Что, уже голоногие. Нет, начинают тоже там пробиваться. Это голоногие они. Так, здесь у нас... Сырокохвостые. Артамоны, мраморные. Широкохвосты. А они почем широкохвосты? По тысяче. По тысяче. Вот это? Да, блядь. А почему у нас не подойти? Ореховые. Ну, местные сами вот добивались такой. Ну, как ореховый такой. Сапожка. Много лет человек добивался. Есть белоголовые, пробиваются орехи. Мы их шоколадные называем, кофейные. То как их называют? Ну на гоне же есть птица? Конечно, все гоните. Закрытый. Ну тогда лучше телефончик продиктуй, может кто-то и приедет. 8-963-383-75-29. Кого Владимир. Владимир. Вот, ребята, вот чили на гоне, что вот эти вот. Все гоняются. Все на гоне. И те гоняются, и эти гоняются. А как широкохвостые? Тоже гоняются. И как бой? По-разному у них бой. Есть висячий, есть такой просто становится. Ну вот их же чаще капец бьет, нежели чем простых. Тех не возьмет он, да. Но я имею в виду, когда бой набирает. А, ну вот так, те, так, они когда да. Начинают тянуть тягу вверх. Их снимает он в это время. Они просто и покрупнее же, чем вот эти. Да, вот. Да, они крупнее и летают они очень хорошо. А вот улетают, да. То, что их хищник берет часто, это очень и плохо. Много улетают. Ну да. Много улетают. Скрываются они в облаках. Или там ястребы гоняют, что не разгоняют их и не пролетают домой. Некоторые летят. Ну все, поедем. Ну понятно. Подходишь. Хорошо, хорошо. Так, вот кролики, серебро. За кроликов. А, ну если человек хочет. У него тоже хороший мастер кроликов. Просто серебро. Серебро. И почем такие малыши? 400 рублей. По 400 рублей месяц. И ПСС, и Бургундия. Хорошие. А телефончик не хотите продиктовать? Может, кто-то позвонит, приеду, да заберут у вас. Это на Авито, человек, вы. Не, это на Ютубе, на канале будет. Это же вот серебро, да? Это БСС. БСС. Большое светлое серебро. А. Телефон-то была? О, да, да. Не, вы просто телефон. Скажите на видео, скажите 8-963-381-73-36. Спросить кого? Геннадий. Геннадий. Вот такие вот ролики. Звоните, кому интересно. Да. Спрашивайте. Так, вот черные, фу, черные, я уже зашился. Чернохвостые, северокавказские, вот они с навесами. Вот такие. Давай, они ждут тебя. Тут, а, тут, смотри, хорошо. Настроили, смотри-ка. Сейчас, сейчас. А почем такие? 2,5 пара. И пара один. Ой, один. Пара 5 тысяч. А армавиры?
500 рублей. 500 рублей голова. Все, мы упали. Все. Все. Мода ушла, да, ну, мода. Уже сразу, спасибо Богу, внешний вид отличный, и тут и цена уже, конечно, тут и голова, и навес, и вот корона, лохмы, посмотрите, я вот так покажу, какие лохмы. Очень, очень хорошие, и армавиры, правда, здесь чубатые, тоже. Кучером. Что голова? А телефончик не хотите оставить свой? Может, это позволит? А вы продиктуйте мне на видео. 8-928-415-09-49. А звать? Николай. Николай. Вот, ребята, хорошие. Хорошие голуби. А армавирские без чубок нету? Только чубатый, да? Да, только хороший. Не, ну я подойду, спрошу. Вот. Дождались они. Статный. Статный. Почем такие? 500. 500 рублей. Ну ты понял, что, дешев. Ну да. Такую красоту. Еще бы они облиняли, еще им месяц да, надо. Да, они, да. Они молодежь. Вот начинает он один, вот. Начинает. Ты ж... Бухарский. А бухарский почем? Торкуты. Не бухара, это торкуты. Торкуты? Торкуты. Да. Видишь, бухара большие. А это торкуты. Это они поменьше, что ли? Да, 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 да. Молодежь, но на торкуты. Какой фазан у него улетел? Видишь, меньше у них. Это шапочка меньше, это. Понимаешь? А, у бухарских больше. Да, да, у них это. Как вот у Шалева. Понимаешь? Якобина, как у Якобина. Торкуты. И почем они такие? Тысяча. Тысяча голова. А? Дешево. Но они считаются декоративные или мясные? Да, да, да. Декоративные. Да, 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 да. Декоративные. Торкуты. Понятно. Спасибо. Буду знать. Фазан. Красавчик. Какие цвет... Каких только цветов нету. Ага, да. Природа что сделала, да? Ну да. А мы ее, эх, что делать с природой, правильно? Ну да. Нет, и крутим, медь, все гребем, все мало. Да, точно, нам все мало. Вот попробуй нарисовать, если не нарисуешь. Ну да. А это Майковский, да? Да, 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 да. И почем ваш Майковский? Майковский по 300 рублей. Вот, ребята, по 300 рублей. Цвет хороший, белясный, светлые и сизые. Сизые Майковские. Красивые. Говорит, давай разговариваем. А вон какая рябенькая. Вообще красавица. Давай торговала. Ну да. А телефончик не хотите оставить свой? Да, пожалуйста. А вы меня сейчас подойду, продиктуйте просто на видео. Может, кто-то заинтересуется. 8-918, 256, 10, 96. А кого спросить? Петрович. Петрович. Вот так, ребята, вот и головатые есть. Да вам маленькие. Майковский лучше всех. Майковский лучше всех, поверьте мне. Двухчубовые. Тут уже ряд идет в три ряда. Разделяется. Места просто не хватает. Мраморные вот такие вот ореховые. Двухчубовые. Так, ребята, на пятой части. Прям на армавира батарейка сбоку. Вот заменил. Маленькую батарейку поставил. Не знаю, насколько выдержит. Походу рынок не удастся снять. Так, и хозяин убежал. Хозяин все. Армавиров. Так, здесь белые. Белые, лохматые. Вот и
Этих я уже показывал. А почем такие? Так, ладно. Пойдем. Желтые. Желтые армавиры. Желтые. И почем такие? По рублю. По рублю. Белые. Белые и сизые. Сизые хорошие. Башкова. Башка большая. А сизый такой что стоит? 2 рубля. Так вот видно. Молодые сизые. Хороший сизый. Вот здесь стальной. А это почем? Стальной. Черные, черные и шоколадные. Вся молодежь. А телефончик не хотите оставить? 8-918. Так, 8-918. 170. 170. 10. 10. 67. 67. Сергей. Сергей. Вот такие. Вся армавирская вон птица. Интересная вот та. Желтые. Светлая масса. Это как пепельные или как они? Стальные? Мы их кто как называет. У нас они сиреневые. Светлая сирень. Светлая сирень. Светлая сирень. Они больше на стальных похожи. Сиреневые как вот. Ну да, у него вот грудь, да, грудь. Это он же такой. Ну да, из-за груди. Ну, спасибо. Так, пойдемте дальше. Тут, походу, надо бежать. Тоже армавиры. Северокавказские. Белые. Тоже армавиры. Армавиры. Куры. Ой, куры. Куры. Шейки. Шейки. Распродажа по 200 рублей. Вот она. Так вот сидит. По 200 рублей. Вот и кому сейчас голуби нужны? Так вот по 200 рублей. Люди много получили. А я вот и не знаю, где наши блогеры подевались. Так, куда я денусь? Вот такие цыплята. Цыплята. Так. Нутрии. Нутрии. Кролики. Кролики. Ну я уже понял, вот даже самочка будет. Кролики. Вот тайкуют под зонтиком. Павлины чернохвостые. А это же это же это что-то не похоже. Армавир. А это у нас очубы армавиры? Или а как порода называется? Германский? Они отличаются. Веки красные, у них белые. Так. Сизые, белые, пёрые. Вы? Да. По-моему, добрый. Добрый. Значит, будем ждать. Будешь выставлять, да? Да, конечно. Но это в понедельник, да? Ну, может, сегодня вот первую часть, если успею. Как, ну, поскольку домой приеду. Удачи. Спасибо. Вот чили. Чилирия боголовые. Чили хозяев нету. Дикие чубатые сизые. Чубатые.
Щербатые чили. Так. Сейчас. Шейки. Желтые. Желтые мраморные. Мраморные. Шейка здоровая. Почем такие шейки? А? 300. А что-то гонина есть? Да. Очень мощный. Мраморные, мраморные. Всех это куда за... Ну, постараюсь первую часть сегодня. Вот так. Акбаш. Акбаши. Почем такие? Пара тысяч. Тысяча пара. Желтые у тебя крупные. А желтые что? И почем такая пара? 600. Не гонял их? Они гоняны, гоняны. Гоняны? Да. Хороший, мрамор тоже хороший, шейки. Шейки крупные. Очень крупные. А телефончик не хочешь оставить? А что-то позвонит? Ну, если желание есть. Нет, нет. Понятно. Хорошо. Так, пойдемте дальше. Вот красота. Красота, павлины. Павлины белые. Белые, вон какие-то шоколадные хвост. И почем ваши павлины? 300 рублей. По 300 рублей. Вон какие. О. Целая куча павлинов, чернохвостые. А хвостатые чернохвостые? Тоже эти 300. Все по 300 рублей павлины. 500 шоколадных хвостов. А, шоколаднохвостые по 500. Спасибо. Так. Так, вот пара. Пара чаек, пара якобинов сидит. Сизолысый, вот похож на Моздоцкого, но не Моздоцкий. Так, лармавиры. Пара. Шоколадно-рябые. Давай, найдешь меня, я буду там долго стоять. Сизамуры. Сизамуры. Сидят сами. Лохматые. Ну, примерно сколько? Место 7? Место 7, давайте. Мы начинаем потом нестись, Вот чуть-чуть отдохнула, начинает заквартала, чуть-чуть у нее забрала. Она недельку-полторы побегала, опять начинает нестись. Здесь чуть-чуть пропустил пару чили, так вот тут. Следом же покупаем. А какую цену? Так. Все, ребята, на этом пятую часть мы закончим. Спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал. Будем смотреть шестую часть. Самара, я в Кропоткине. Вот уже который месяц мы сюда приезжаем. Наслаждаемся здесь животным и птичьим, садовым, любым миром, в общем. Глаза разбегаются, хочется всего купить. И сегодня мы, например, приобрели енота, маленького попугайчика, фазанов. Что еще? В Самаре приехали, да? Нет, мы приехали с Ростова. С Ростова.
здорово, но привет в Самару моим родственникам. А, понятно. Все будьте здоровы, приезжайте в Кропоткин. Краснодарский край хороший край, да, богатый. Прекрасный край, богатый. Гостеприимный. Да. Ну, спасибо. Очень нравится сюда приезжать. Спасибо. Да. Спасибо. Так, до свидания. Владикавказ, 15 рус. Так, люди привет передали, закупились, с Ростова приехали. Так, люди приезжают быстрее, быстрее. Ну, порвет крышку полетят. Пандемия, не пандемия, люди едут, вон, енотов покупают, молодцы. Кто-то за голубями ездит, как я, дурак. Люди, кому-то кошки нравятся, кому-то собаки. Вот такие вот. Надо будет бежать, ребята. Эту сейчас я мельком так быстренько пробегусь, покажу без цен. Так, уже и время, надо уезжать домой. Уже человек со мной устал совсем там, зажарился. Вот такие стальные. Это майкопские, да? И почем такие? 5 рублей голова? А, 500? 500 рублей. 500 стальные такие. Красивый цвет. Красивые. Сизолысые. Ну, это последняя часть, наверное, в конце недели. Сегодня первую постараюсь. Сизолысые. Северокавказские. Это узбеки. Черноплечья. Хорошая пара. А что такая пара стоит? 2000. 2000 пара. Седеносные. Красноплечья. Так, здесь у нас куры. Здесь у нас куры. Здесь у нас декорация. Декорация. Нечистые краснодарские, краснодарские. Добрый день, Юра. Что поздно ты сегодня? Да базар большой я. Так время за сколько? Так, я с 6 часов начал снимать. Да. Ну, я снимаю. Нормально, еще нормально. Так. Пойдемте. Я уже и здесь, ребята, пропускаю. Кое-что и здесь пропускаю. Шоколадные. Шоколадные. Курские. Курские сидят. Красные, а? Убрал по 500, а эти за 1000. Красные, желтые, тоже курсаки. Две пары. Майон, шляпы еще, снегиревы, чай возьмите, еще лучше, большой банковый чай. Вот эти летать, вот эти летать. Так вот, плечистые, армавиры. Армавиры. А почем армавиры такие? Это 500 рублей. 500 рублей, ребята. Надо мне будет есть, есть голуби, есть и недорого. Там у нас павлины. Там у нас павлины. Чернохвостые, белые. Так, ладно, идемте сюда. И черявые. Белые. Белые, желтые павлины. Красивый цвет, желтый нравится. И почем такие павлины? По 500 рублей. По 500. У них все время так хвост? Корма. Корма. В общем, просо, рапс, 1000 рублей мешок я купил. Больше я так ни цены не спрашивал. Так что вот так.
Все на ведро. На ведро. Для чего это вы снимаете? Чтоб люди ехали за кормами. А то, говорит, почему ты не снимаешь? А? Откуда? Я сам с Владикавказа. А люди просят... У вас там есть рядом Невиномыск. Да, хрен там у нас есть. Рядом. Невиномыск 400 километров. А сюда от нас. Сколько? А сюда дальше 463. У вас все равно дешевле, у вас выбор больше. Это же не проще тогда в Пятигорск поехать. В Пятигорске дороже. Ну да, дороже. А у нас в Осетии вообще кроме водки по 80 рублей ничего нет. Ну, надо было везти. Ну, в следующий раз привезу. Запросто. Приехала, ящик два. Приехал наконец-то. Да. Так что вот так. Да. Поедем дальше. Привет. Всем голубым водам привет. Все, пойдемте дальше, ребята. Так. Ну и все, ребята, кролики. Больше здесь голубей я уже не вижу. Так что дальше я особо никуда не пойду. Вот покажу вам птичек. Птичек канареек покажу. Две истории. Вот эти вот. Нет, самочек, да. Канарейки. Вот такой. И почем такие канарейки? По 1000 рублей. Вот мне люди многие спрашивают именно канареек. Попугаев легче всего найти, а вот канареек нет. А почем? Да есть там у вас. Да нет, у нас пятигорские вот привозили пару раз, больше ничего не было. А у вас очень много. Именно канареек. А телефончик не оставите свой, может кто-то созвонится с вами. Если хотите. Они обычно не приезжают. А, ну понятно. На Авито вы выложили. Проблем нет. Тоже видео иногда смотрю. А, спасибо. По голубям посмотрю. Спасибо. Ладно, пойдемте дальше. Видите, такая птичка на перевозку не годится. Это не голубь. Умирает, жалко. Жалко, надо приезжать. Не надо, уже так, все, ребята, я на этом буду заканчивать это видео. Спасибо, кто досмотрел до конца. Вот. Ну, скорее всего, его запикаю немножечко. Туда уже в конец не пойду. Там у нас уже там фрукты и все остальное продается. Цветы, очень много народу. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Если вот то, что я запикал, конечно, вы извините, потому что, ну, YouTube не пропустит. Песни не пропускает. Забыл. Творческих прав называется. Так что придется там чуть-чуть без звука вам посмотреть. Все, еще раз спасибо. Всем пока.